деменцией страдают почти 50 миллионов семей, и это число довольно быстро растет. Ученые предрекают удвоение количества больных с деменцией каждые 20 лет. Деменция – еще одна пандемия нашего времени, говорят врачи, и изо всех сил бьют тревогу. Противостоять возрастным изменениям очень сложно, но возможно. На практической лекции пожилым жителям нашего округа рассказали, на что следует обратить внимание прежде всего. Здесь ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Доктор, профессионал в этих вопросах должен протестировать пациента, провести нужные исследования и только после этого назначить основное лечение. Ухудшение памяти, ориентации в пространстве, неспособность сосредоточиться – тревожные признаки. С 2008 года специализированный социальный проект поддерживает пожилых людей в 20 регионах России в борьбе со страшным недугом. Обратиться за бесплатной помощью, в том числе и онлайн, могут все желающие. Это разделы для врачей, это разделы для пациентов, это разделы для родственников. Здесь можно почерпать очень много интересной информации. Что такое деменция, какие у нее симптомы, почему она возникает, как можно ее профилактировать, как можно и нужно ее лечить. Специалисты, работающие со старшим поколением в нашем округе, давно практикуют простые занятия для развития памяти. Умственная и физическая активность, здоровое сбалансированное питание, избавление от дурных привычек – основные принципы в профилактике болезни. Открытые занятия по программе «Суперпамять». Мы развиваем пальцевую гимнастику, мы занимаемся нейробикой, мы даем когнитивные упражнения, и все это с целью восстановить работу мозга после COVID-19, потому что мы все с вами заметили, что он, к сожалению, имеет вот такую вот нехорошую вещь влиять на память, на концентрацию внимания, на скорость мышления. Позитивный настрой, любимое хобби, физическая активность, у долголетия много составляющих. Если внимательно относиться к своему здоровью, вовремя обращаться к специалистам, а главное не сдаваться, молодость мозга обязательно удастся сохранить надолго. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».